Всем привет! На днях один из пользователей под ником IlyaGames25 оставил интересный комментарий, как собрать костюм Микки Белла в Red Dead Online. Илья, премного вами благодарна за такую идею. Меня это заинтересовало, проверила элементы одежды, указанные в посте, и запилила видосик. Ребята, если у вас будут подобные идеи насчет различных костюмов или видео, не стесняйтесь. Я не кусаюсь, если что. Обязательно оставляйте комментарии по этой теме, я читаю все ваши сообщения. Связаться со мной можно по контактам, указанным в описании моего канала. На всякий случай продублирую под роликом. Да и мне самой этот процесс весьма нравится, чего уж говорить. Ну что же, приступим к сборке костюма любимчика Пинкертонов и по совместительности главного злодея Red Dead Redemption. Скриншоты с элементами одежды будут в конце ролика. Для начала нужен костюм бандит Гризли. Сапоги и штаны данного костюма пойдут на создание образа Микки. Далее шляпа Кеннеди номер 8, пальто Дэром номер 2, верхняя рубашка с воротником номер 13, повседневные брюки номер 3, либо как вариант штаны Уитфилд от костюма бандит Гризли, прочные сапоги с накладками и шпоры Гэрден номер 1. Итоговый результат мне понравился, не хватает только оружейного пояса Микки.